«Практическая психология». Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология», в студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня мы будем говорить о том, как пережить утрату, потерю и как правильно горевать. Да, вот даже о таком тоже поговорим. И я пригласила в студию гостью Марию Лялину, телесно-ориентированного психотерапевта. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Надежда. Вот горе – это очень сильная такая эмоция, переживание в результате, например, ну, такое определение есть, да, утраты близкого, любимого человека. Нас ведь нигде не учили правильно пережить вот это состояние, да? Конечно. И нужно сказать, что все-таки это не чувство, это горе, это процесс определенный, да? У горя есть определенные стадии. Угу. Вот. И о них бы хотелось поговорить, чтобы было понятно, что на какой стадии делать и что же нужно человеку вообще внутри, снаружи вот его окружения, угу. Внутри по отношению с самим собой, да, вот, чтобы все-таки выйти на уровень хотя бы обнуления, да, или какого-то плюса. Угу. Сложно говорить, да, сложно и не принято. То есть что значит увидеть праздник жизни в потере близкого любимого человека? Да, это невозможно, да, давайте не будем уходить в психическое расстройство, да, что как бы, да, я вдовствую, и это супер. Нет, конечно, такого не может быть. То есть это тоже не норма, да. Такое отношение – это отклонение от нормы. А мы будем все-таки говорить о том, чтобы человек понял, что с ним это произошло, прожил это и решил жить дальше. С такими минимальными, я бы сказала, последствиями для своей душевного состояния, для своего и для своей физики, да? Да, мы, конечно же, должны упомянуть о том, что вот когда происходит горе, сначала происходит шок. Угу. И человек замирает вот от новости, да, там, от того, что произошло. Да, о том, что там кто-то погиб, да, или там случился какой-то инцидент, там, несчастный случай и так далее. Но вот этот шок – это кратковременный такой процесс. То есть сколько он длится? Ну вот до первого сна. Угу. То есть вот человек может быть в ступоре, личность распалась на мелкие кусочки, то есть он делает какие-то механические движения, реакция не пошла. На автоматизме, да? Да. Угу. Нет как бы ни слез, ни рыданий, то есть человек переваривает, он где-то замер. То есть автоматические могут быть вещи, да, каких-то осознаний, да, какого-то восприятия, так скажем, восприятия этого события, этой новости за правду, угу, пока нет. Пока нет. И вот до первого сна вот этот вот шок, это такой, это как бы, это период для работы близких, а не для работы психотерапевта, потому что в этот момент, естественно, никто к психотерапевту не обращается. Там, там у нас по закону другие, да, процессы. Да, нас другие процессы. И вот причем очень такие грамотно сложенные уже веками, да? Да. Угу. Да, и вот в этот момент, то есть что нужно человеку? Условно говоря, ему не нужно говорить, ну ты там крепись, там держись, там, ну как бы сожми волю в кулак, там у тебя дети и так далее. Вот, да, что нужно сделать? Как ни странно, вот все, что показывают в американских фильмах, когда происходит какое-то событие печальное, то есть теплое питье, угу, сладкий чай, теплое одеяло, угу, и сильное сжатие. То есть что происходит на уровне тела? То есть сильные объятия, лучше со спины. Человек может прореветься. То есть все, что вы можете сделать, вот, да, помогая этому человеку, да, который испытал этот шок от потери близкого человека, причем в литературе указано, вот вы сейчас сказали 24 часа, да, чаще, угу, указывают там 48, ну как бы первые двое суток, да, потому что понятно, что, да, у каждого эти процессы физиологически происходят. Да. С разными реакциями. Вот эти объятия – это та самая поддержка, которую вы можете оказать. Да, и причем нужно сказать, да, чтобы человек вышел из стопора, это должно быть сильное объятие, это, угу, должны быть вот не няшные такие обнимашки, угу, а вот именно, чтобы человек почувствовал, что он, ну, как бы не один. Угу. Да, во-первых, а во-вторых, при таком, вот когда человек находится в стопоре, uh-huh, это его выводит очень сильно на эмоции. И начинается следующая стадия. Это уже большой эмоциональный выплеск, как бы вот взрывная эмоциональная волна. Почему важно на нее выйти до первого сна? Uh-huh. Потому что все, что уйдет в сон,
оно уйдет в неосознанное, вытесненное, то есть человек будет кусочками потом вот это вот горе выскребать, доставать то, что у нас уходит с вами в бессознательное, неизвестно, когда оно взорвется, угу. Да? То есть, условно говоря, знаете, такое вот бывает осуждение там на похоронах, там единственная дочь там, например, не плачет. Угу. Смотрят на нее, думают, как вот она может вообще? Не потому, что она не любит там своего угу. там папу или маму, а потому, что она до сих пор еще в стопоре. То есть она не разрешила себе? Она не разрешила себе эмоции. Она настолько это подавила, угу. что она никак не может реагировать, понимаете? То есть классики вообще, Уорден, Франкл, они описывают ситуации, когда, собственно, человек специально просит поставить там на похороны значимого человека себе работу угу. и не приходит. Угу. Только лишь для того, чтобы остаться в матрице, все как было в моей жизни, так и есть, чтобы из нее не выходить. Чтобы не было вот каких-то перемен, да, трансформаций, чтобы с горем со своим не сталкиваться. И вот смотрите, эмоциональный выплеск, да, взрывная волна. Если мы ее с вами из себя не выпускаем, где она остается? В теле. В теле, внутри, правильно. И вот этот вот известный анекдот, да, лучше плакать у психолога, чем смеяться у психиатра, да. Вот. Это как раз про такие случаи. Это как раз про такие случаи. И вот про эти же случаи можно сказать, что вот лучше плакать, когда есть горе, чем плакать у онколога, не понимая почему. Угу. Откуда взялось? Откуда взялось? Да. А вот оно так вот берется, к сожалению. Угу. Хорошо. Вот давайте немножко еще про эти самые циклы, да, которые мы рассказали 24 часа, угу. да, потом первая неделя, потом у нас идет там месяц, да, проживания. Как вот в таких случаях дальше помогать? То есть что мы можем еще, вот, например, как специалисты с вами, да, mm-hmm. во-первых, а во-вторых, что люди, которые не являются специалистами в области психологии, но тем не менее они могут тоже ведь оказать поддерживающую функцию? Да, конечно. Смотрите, как происходит на уровне семьи, на уровне системы. Условно говоря, происходит горе, и оно ведь не только для кого-то одного является горем, да? Это переживание для всей семьи, но все реагируют по-разному. Ну, например, папа берет на себя организацию похорон, мама эмоционирует, угу. грубо говоря, истерит, ребенок соматизирует, да? Угу. У всех свои функции. Хороняют бабушку? Ну, например, образно. Например, угу. бабушку там или дедушку, угу. или домашнее животное, которое там, ну, например, собаку, да, там, которая 10 лет с ними жила и так далее, и так далее. Вот, то есть, что происходит? Нужно каждому дать прожить. И, условно говоря, если папа вдруг заистерит, угу. ну, разрешить ему это, угу. не видеть в этом слабости. Вот. То есть, принятие, да? Да, то есть должно быть принятие определенное. Но смотрите, что происходит. У человека срабатывают защиты. И вот тот, кто берет на себя вот этот вот всю эту взрывную волну, угу. например, там женщина, которая там 40 дней плачет и продолжает плакать, угу. она начинает очень дико раздражать. Потому что у тех, да? кто не плачет, угу. у них эти эмоции подавлены очень сильно. И если они себе дадут волю этим эмоциям, они боятся сломаться, понимаете? Угу. И вот как бы здесь идет очень сильное непринятие. То есть у каждого есть защита, то есть принятие должно быть это, во-первых. Вот. Во-вторых, горюющему разрешить горевать и себе скорбь разрешить горевать. Ну, естественно, мы не можем сказать, что бывают идеальные ситуации, когда там... Описаны, да? Что да, там, описаны. Например, вот у тебя две недели есть, да, ты можешь там проплакаться, погоревать, да, а дальше возвращайся к жизни. Но так не работает. К сожалению, так не работает. Потому что мы уже повторяемся, да, у каждого человека свои психологические и физические процессы, да, происходят. Да, у каждого вообще свой темп проживания. Да. И своя, как бы это прискорбно ни звучало, система сложных защит. Условно говоря, то, что проживали наши бабушки и дедушки,
легко, то есть смерть — это часть жизни, то мы сейчас ограждены полностью от этого процесса, и нам это очень сложно проживать. Давайте немножко вернемся в историю. Я думаю, что вы, когда делали вот тренинг, который называется «Плач Ярославны», да, вы, наверное, глубоко внедрялись в историю Руси. Каким образом на Руси раньше проживали вот эту потерю, вот эти состояния горя? Вообще, скажем так, была традиция оплакивания. Были плакальщицы. И, условно говоря, уходит человек, его провожают и оплакивают. Это, во-первых, не осуждалось. Во-вторых, когда воют, скажем по-русски, да, как есть, 20 женщин, та, у которой умер муж или погибли дети, она не может оставаться в состоянии ступора. Ей тоже приходится... Ей приходится плакать, приходится выражать и проживать свое горе. Она не может от него убежать на работу, в компьютер, в какие-то планы там по решению этой ситуации. Да? То есть... Нельзя никуда убежать, ты просто в процессе здесь и сейчас, ты проживаешь. Вот понимаете, даже вот там, скажем, после войны, там, кто родился в 60-е и в 70-е годы, и кто жил вот в сельской местности, могут рассказать о таких историях, что, например, ну вот забивают скот, и ребенка звали на это посмотреть. Зачем? Не для того, чтобы он заикался, понимаете? А еще такая вот... В Туве была такая традиция, что нужно еще, чтобы ребенок посидел вот на тушке поросенка. Не для того, чтобы, опять же, ему сделать психотравму, а для того, чтобы он понимал, что смерть — это часть жизни. И как бы эта примета, видите, чтобы достаток у него был. Вот такая примета. Ну, но на самом деле приучали ребенка, да, к тому, что смерть — это часть жизни. У нас сейчас что? У нас сейчас розовые поцелуйчики, няшки-обнимашки, любовная любовь, женственная женственность. У нас все на позитиве, понимаете? И горевать нельзя. То есть как, ну что ты размазалась там, иди на фитнес там, ну какой там, ну что, вот, вот это, понимаете, отчество, вот, этот посыл, что горевание, плохое настроение, печаль, тоска, она осуждаема обществом, это раз. Во-вторых, вот человек, да, у которого горе, он находится, ну так скажем, в эпицентре коммуникации, от него ручки идут к разным людям. Так. И вот когда у него случается эмоциональный взрыв, волной сносит кого? Его окружение. Окружению невыгодно идти в эти чувства. Не потому, что у них нет, а как раз потому, что у каждого из окружения есть свое маленькое и большое горе. Чтобы с ним не соприкасаться... Чтобы, не дай бог, да, не откликнулось у тебя да, это. Да. То есть нужно обязательно горюющую подругу отправить на фитнес или на массаж, понимаете? А не вместе посидеть и погоревать. Да. Потому что это же страшно. Это страшно. Страшно, потому что у самой есть столько скелетов в этом, да, в самом конечно, шкафу. Конечно. Тогда теперь вот от этого большого глобального, да, давайте перейдем вот именно к тем, к такой формулировке, как потеря, да? Или вот, как вы сказали там, да, горевание. Да. Что у нас подразумевается под гореванием? Ну, вообще, это прожить. Вот этот эмоциональный всплеск. После всплеска будет спад эмоций, да, так называемая депрессия. То есть принимать себя в этой депрессии, понимать, да, я сейчас ничего не хочу, но иду и делаю то-то, да. И вот точка выхода из этого состояния, она, когда человек, осознав, что с ним все произошло, что у него есть чувства, что он их прожил, начать заново выстраивать коммуникацию со своим окружением. Человек, переживший утрату, он, например, был буковкой А. Через эту трансформацию он буковкой А не будет. Он будет в лучшем случае А1 или А10. Да, возьмем там вот точки из геометрии. А вообще, по идее, он будет Б, С или вообще Z, понимаете? Потому что очень мощная трансформация происходит. И вот когда трансформация пройдена, когда человек увидел, вот кроме значимости этих отношений, для чего ему жить еще? То есть, в этом моменте заканчивается как раз горевание.
Хорошо, об этом мы еще поговорим. Мария, я хотела сказать, вот смотрите, ведь под гореванию подлежит не только утрата родных и близких. Гореванием может быть, ну, например, женщина, да, или мужчина может по-настоящему отгоревать, да, чтобы это, опять-таки, не ушло в какую-то психосоматику, например, окончание любовных связей, там, да, семейной жизни. Да. Да, однозначно. Карьеры. Когда иногда резко приходится спустя 25 лет менять что-то. Это сложно. А отгоревать, то есть, условно говоря, что может быть потерей? Вынужденная смена места жительства. У тебя меняется все, у тебя меняется работа, окружение, статус, место жительства само, да, уют, нету там твоих шкафчиков, любимого пледа или, там, не знаю, гольф-клуба там, или с собакой негде гулять. Это все очень большое потрясение, потому что что мы не можем делать по инерции, нам постоянно нужно принимать какие-то новые решения. Угу. Это тяжело. Это тяжело. Вот, то же самое, понимаете, вот потеря работы. Тоже горевание. Окончание любовных отношений. Тоже горевание. Вот вы понимаете, даже такая вот сейчас история, я все-таки о ней упомяну, потому что женщины на это не обращают внимания. Вот мы даже не будем говорить там о замерших беременностях, об этом тоже нужно горевать. Но есть такая процедура сейчас, как ЭКО. Угу. И вот вы поймите, каждый эмбрион, который не прижился, это так-то вообще-то тоже горе. Это так-то тоже ребенок, который уже никогда не родится. Угу. Почему женщины в очень серьезном психическом состоянии, вот дерганные после этих процедур, бывают там, когда не получается несколько раз? Угу. Потому что они не приняли это как потерю. Это механическое, медицинское воздействие, на их взгляд, которое у них почему-то не получается. А там горе утраты, понимаете? Угу. Оно не проживается, и идет очень большое эмоциональное напряжение. Так вот, то даже есть, это, сейчас... казалось бы, вот клеточка, да? Угу. Маленькая клеточка, она и то является потерей, которая психикой проживается. Угу. Вот. И поэтому сейчас очень часто говорят о том, что когда, например, женщина идет на ЭКО, да, ее нужно грамотно психологически сопроводить. Да. Да, потому что однозначно больше бывает результатов, да. Да, ну и, конечно же, меньше последствий. Это действительно так. Угу. Это действительно так. Вот с этим полностью я соглашусь. Хорошо. Как проявляется у нас вот эта неотгоренность? Ну, вот понимаете, как это может проявиться? Во-первых, мы будем говорить о том, что сильное очень напряжение в теле у человека. Ну, да, но человек тоже говорит, ничего, я ведь держусь нормально, да, все. Да. Я, видите, даже, да, я продолжаю работать, я выполняю все те функции, которые я выполнял и до этого. И это как раз-таки показатель того, что нужно ему намекнуть, что, возможно, ему нужна психологическая поддержка. Угу. Если понятно, что если человек не готов к ковырять и толкать не нужно. Ну, последствия это будут необратимые, он не случайно же не готов. Хорошо. Какие звоночки, вот, например, да, нежелание что-либо делать? Да, какая-то условно постоянная апатия. Я вроде бы, да, весь в процессе, но тем не менее... Вот... Ну вот смотрите, как раз вот на стадии депрессии и апатии как раз человек к психотерапевту и обращается. Потому что в этот момент он начинает понимать, что что-то у него все в жизни хорошо, но почему-то ему плохо. И вдруг он начинает... К психотерапевту он приходит, а психотерапевт спрашивает, а сколько у вас такое состояние? Ну, лет 5. А что у вас было 5 лет назад? И больше не приходит. Или приходит, когда месяц подумал, например, понимаете? Потому что 5 лет назад как раз случилась ситуация, где было большое эмоциональное потрясение. И неважно там, понимаете, кто-то... Мы все по-разному, у нас разная устойчивость психологическая. И для кого-то там потеря чихуахуа, она будет как бы точно так же вот болезненно там, как, я не знаю, ну, как развод, например. Угу. То есть как бы вроде бы для меня в моих личных критериях, ну... Животные живут меньше, чем люди, да? И мы должны изначально вроде бы к этому готовы быть, да? Да, да, да. Но тем не менее... Но тем не менее, вот... Когда собака, например, является действительно членом семьи, да, то это большое горе. Да, то это очень серьезно проживается. Я сейчас хочу озвучить примерно, какие симптомы, ну, по крайней мере, очень многие светила психологии озвучивают, да? Значит, сильные изменения сна. То есть вы вдруг понимаете, что сон уже не дает вот такого качественного отдыха, да? Что часто бывают головные
острые боли, панические страхи, изменение аппетита, причем потеря веса или, наоборот, повышение веса, да, то есть это тоже как раз то, о чем мы говорим. Дальше, приступы необъяснимого плача, если он есть, но мы никак не можем, опять-таки, его обозначить, да, то есть слезы все время у меня вот на глазах, и я уже не помню, по какому поводу, и без повода тоже, да? Да-да-да. Дальше, приступы усталость, общая слабость, иногда у некоторых людей начинают, например, в связи с тем, что все же, все эмоции живут в теле, там, да, мышечный тремор, руки, да, например, трясутся, и мы начинаем обращаться к любому специалисту, посмотрите, что-то у меня с нарушением сна, да, посмотрите, что-то у меня руки трясутся, да, что-то вот как-то вот происходит, и начинают ходить к неврологу, начинают ходить там еще по терапевтам, терапевт направляет к другим специалистам, и очень часто потом, когда обследовавшись полностью, взрослого человека посылают именно к психологу, к психотерапевту. Да. Так что же мы можем сделать? Вот так как вы у нас телесно ориентированный терапевт, расскажите, каким образом через тело вы работаете? Ну да, вообще я скажу так. Когда горе застарелое... А что является показателем застарелого? Ну, это вот как раз когда вы плачете, но не помните о чем. То есть это уже было давно, а сил вам физических хватило, да, чтобы чем-то несерьезным хроническим заболеть. Вот, да, и как бы вы сильно в этой теме не копались. Вот приходите к психотерапевту и говорите, например, ну, мне плохо, или я ничего не чувствую, да. И мы начинаем с того, что просто возвращаемся в тело. То есть, по сути, с человеком, который ничего не чувствует, рано кричать, да, рано рыдать. Его нужно просто заземлить. Вот есть практики заземления, с которых мы начинаем. Например, что это такое? Ну, что хотя такое практики? Очень простое. Ну, вот очень простое, например. Потому что я сейчас объясню, почему мы, да, вот программа называется «Практическая психология», и чем больше люди будут знать о методах психологии, да, тем больше будет доверия. Да. А вот объясню, то есть что такое заземление. Человек, собственно, горюющий, но не отгоревавший, ложится на живот, на коврик, на плед, но не на матрас. Да? Вот. Ложится голову на бок, ну вот примерно такая же позиция, как на массаж. А второй человек ложится грудной клеточкой, ему на грудную клеточку, затылком на затылок. Собственно, да, также голову повернув. Ну, это терапевт, да? Да, 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 да. То есть мы полностью соприкасаемся телами. И что же происходит? Очень часто человек не дышит. То есть его дыхание, оно как бы вот в основном он живет на задержке. Маленький, неглубокий вдох, длительная задержка и короткий выдох. Но когда на тебе такой пресс, ты вдруг начинаешь дышать. Вдруг ты чувствуешь, что ой, напряжение в теле, ой, там, ой, сям. Я начинаю чувствовать свое тело вообще, ну, как бы вплоть, то есть, смотрите, вплоть до агрессии. Почему это я тебе деньги плачу, а ты на меня лег тут вообще, разлёгся. Ты нарушаешь мои границы. Да, но понимаете, как это работает? Это как раз-таки работает в том плане, что у человека появляются чувства. Во-первых, он начинает чувствовать свое тело. Во-вторых, комфортно ему, некомфортно, напряжен он или нет. И когда мы интенсивно дышим, что происходит? Мы подхватываем свои зажатые давно рыдания. То есть мы это где-то сжали, они могут пойти. Если они пошли, клиента нужно в этом поддержать. Сказать, да, с тобой все в порядке, ты меня этим не смущаешь, неважно, о чем ты плачешь, главное, вырази то, что ты чувствуешь. Да? То есть вот, и человек может сначала вообще не понять, о чем это. Он может не понять вообще, зачем он плакал. Он может забыть, что он вообще умеет плакать, да? Особенно с мужчинами такое со зрелыми происходит. Ну, там плакал когда-то в детстве, все. Вот. Но, тем не менее, потом, через какое-то время, до него начинает, ну как, вот эта вот причинно-следственные связи, они выстраиваются. Память, то, что вытеснила, она начинает достраивать. Более того, после таких практик часто бывает такое, что сон случается. Наконец-то глубокий, вот как провал такой в сон. То есть психика немножко разгрузилась. Наконец-то можно отдохнуть, не перемалывать бесконечно этот стресс во сне.
Вот. То есть вот практики заземления, да, это с чего мы начинаем, потом мы начинаем дыхательные практики. Угу. Но на самом Они деле... Они направлены на то, чтобы... Они направлены на то, чтобы начать чувствовать зажимы в теле, а там, где у вас зажим в теле, там как раз будет та вибрация, которая поможет выразиться в рыданиях и в голосе. Угу. То есть, да, увидев, где зажим в теле, через дыхание, мы там можем подключить голос. Также я использую динамические медитации, это тряска. Вообще, на самом деле, вот еще на первой стадии шока, если человеку вдруг вдохновить его на то, чтобы он поорал, потрясся, попрыгал, побил диванные подушки, не понимая даже, что он делает, ему будет легче пережить горе. И вот когда мы соприкасаемся с горем через заземление, вспоминаем, с чем нам работать, там мы возвращаемся в те самые действия, которые нужно было сделать человеку во время шока, переходя к отрицанию, да? То есть вот до того, как он еще начал отрицать, вот это вот, вот маленький вот этот вот механизм сформировать выражение этих эмоций. Вот. Собственно, этим мы и занимаемся. Вот на таких тренингах, как «Плач Ярославны», но это можно делать и в личной терапии, потому что это все, ну, как бы это все нужно, это все эффективно, это все улучшает, понимаете, наше здоровье в первую очередь, физическое, потом уже психическое. Хорошо, Мария, а вот бывает такое, что, например, человек приходит и говорит: вроде бы у меня ведь не было ничего такого, что могло бы меня потрясти, да? Я не переживала никакие утраты, у меня не было особых каких-то горестей, но тем не менее я не чувствую себя, я не могу выразить все то, что происходит в моей жизни. Я живу как в скафандре. Смотрите, ну такое может быть, это не обязательно связано с горем. То есть такое состояние может быть, во-первых, у того, у кого изначально шизоидный тип психики. Вот половый, ну кто такой шизоид, да? Вот, то есть основная эмоция такого человека — это страх. А когда, то есть страх, естественно, неосознаваемый. То есть это не значит, что человек все время в панических атаках там бьется. Нет. Просто для того, чтобы ему все страшно, и для того, чтобы себя защитить, он ничего не чувствует. Да. То есть, что с таким человеком нужно делать, если он пришел и говорит: помогите мне, наверное, мир чувств, он как-то поинтереснее, чем мой. С ним нужно начинать дышать. Вот. И возвращаться в тело. То же самое. Заземление и дыхание. И когда он в тело возвращается, вдруг он начинает: какие чувства! А что это? Он не понимает. Потом нужно работать с механизмом. То есть формировать механизм узнавания своих чувств. То есть сначала это была обида, а на самом деле гнев. Да? То есть клиенту это нужно возвращать, то есть, и вот методом проб и ошибок научаться. Это навык, понимаете? Вот, вот такое может быть в этом плане. А может быть совершенно такая ситуация, что человек не считает, что по поводу какого-то события нужно горевать. Ну, например, вот, то есть, если там еще вот по поводу детей возьмем, да, мужчина вообще как-то, ну, мужчина же не рожает, он в теле не вынашивает, да, он участвует, безусловно, вот, но тем не менее, вот как бы он не настолько в этом процессе. Но, понимаете, вот, например, там потеря ребенка, ну, даже вот беременность там прерванная, там по каким-то причинам, неважно, она вообще-то тоже является горем и для мужчины. Но он-то вообще не понимает, о чем горевать, потому что он этого ребенка-то не видел. И по какому поводу вообще женщина-то страдает, да? Да, и он не понимает. И начинаем работать, оказывается, у него были ожидания, была мечта там о сыне или о дочке. Я не знаю, там неважно. То есть у него-то уже в голове эмоционально в ожиданиях все выстроилось. Или когда-то было, а не случилось, понимаете, это горе. И видите еще в чем дело? Бывает, какое-то потрясение происходит после, ну, условно говоря, вот, например, там вас с рождения готовили к тому, что вы будете великим переводчиком, там, или переговорщиком, или журналистом. Там в школьные годы вы в этом делали серьезные успехи там, и так далее. То есть, там, к поступлению на журфак, там, ну, например, у вас было целое портфолио того, что
что там вы делали там, с 10 до 17 лет, ну, например. Угу. И потом что-то в вашей жизни происходит личное. Ну, например, влюблённость, там, которая, так скажем, ну, не закончилась тем, что вот как вы хотели. Угу. Или там, например, ну, я не знаю, авария, которая вас вывела из строя, и потом вы уже не захотели этим заниматься. И вы понимаете, вот вроде бы ничего такого страшного-то не произошло, но вы перестали этим заниматься, вы не сделали карьеру, вы выбрали что-то другое. Так вот поймите, о человеке, которым вы не стали, тоже нужно поплакать. Интересно. Понимаете, то есть мы не стали в этом успешны, у нас есть, безусловно, какие-то сожаления. Угу. Потому что, может быть, мы решили, что мы недостаточно для этого хороши, что мы не справимся. И это тоже повод отгоревать. То есть это та судьба, которую мы не выбрали. Это наши какие-то идеализации, которые не случились. Это нужно отпускать. Отлично. Вот смотрите, Маш, вот сейчас нас слушают, да, люди и думают, вообще у нас масса поводов для того, чтобы поплакать, погоревать, да? Это вообще нормально. Это вообще нормально, да? Но как мы уже начинали в программе говорить о том, что это неприемлемо в принципе общество, да? Обществу не надо вечно плачущих, страдающих и сильно горюющих. Лучше вот пусть они будут в состоянии стресса, да, там ничего не чувствующие. Такими людьми удобнее управлять. Да, конечно. А тут надо же, он еще прислушивается, что там внутри него происходит, да, что вокруг него происходит. Маша, скажите, пожалуйста, а каким же образом мы можем понять, что вот действительно тема отгорёвана, отпущена? Какие есть такие критерии, ну, или маркеры, да, как я называю, что вот я понимаю, все, вот это я уже отпустила, и это теперь точно никаким образом, ну, бумерангом ко мне не вернется? Ну, вы знаете, это на самом деле заблуждение, что это можно навсегда пережить. Так. Вот, потому что если мы с вами говорим о том, что, ну, там, условно говоря, плакать себя тем, кем ты никогда не будешь уже, да, это одно, это о себе. Угу. Это может закончиться, но вы поймите, что, как бы, если вы похоронили маму, у вас больше никогда не будет мамы. Угу. И когда будет ее день рождения, вы всегда будете вспоминать, как вы его отмечали. Просто вам будет не больно, горько, и вы не будете ненавидеть весь свет, а у вас будет легкая печаль, легкая грусть. Такая трансформация, о том, что, да? О том, что вы выросли уже, и что как бы мама только в вашем сердце сейчас, да? То есть уже будет по-другому, но все равно вот эти вот чувства того, что и осознание того, что человека нет, оно вот будет. Но это уже не так разрушительно, да? Конечно, это не так разрушительно, более экологично. То есть это уже... Мы не можем сказать, что горе как... То есть, условно говоря, мы дееспособны, мы это пережили, но это не значит, что никогда не будет болеть. Угу. Или, например, мы возьмем ситуацию совершенно страшную, да, если родители уходят, это как-то логично. Когда уходят дети? Раньше, чем мы. Когда они уходят совершенно в младенческом возрасте, когда мертвые роды такое случается, да? То есть вот что в этом случае делать? Как? Это все равно будет болеть, понимаете? То есть как бы, да, мы будем понимать, что как бы есть другие возможности, да? Есть там, условно говоря, после там рождённые дети, да? То есть я их люблю там и так далее. У меня все сложилось в этом плане. Но вот это-то, оно же останется. Оно останется, но тем не менее ты продолжаешь жить уже... Естественно. Ощущая, чувствуя, понимая, что ты не запрещаешь себе... Да. Вот эти самые эмоции, да? Ты разрешаешь, ты живешь, а не как в самом начале мы говорили. Да. Вроде бы живу. Вроде бы живу, но вроде бы и нет. Угу. То есть здесь, понимаете, то есть что происходит? Как бы чувства будут по поводу этого, ну я говорю, да, светлая грусть, там, вот что-то, печаль. Но чувства будут и другие. Когда мы с вами не отгоревали, как правило, у нас нет ни хорошо, ни плохо, у нас все серое. Угу. Ну, еще должны мы помнить, как уже взрослые люди, о том, что если мы если в жизни возникают подобные ситуации, да, то рядом с нами всегда есть дети, которые смотрят, а как мама с этой ситуацией справилась. Да. Мы тем самым показываем пример, что да, я имею право на всю ту гамму переживаний, я не запрещаю себе это. Да. И я это делаю ради того, чтобы продолжить жить дальше. Да.
И, честно говоря, кроме того, что это, ну, так скажем, сильно не скрывать, да, нужно это все-таки найти в себе силы, ребенку объяснить и проговорить. Вот, потому что ребенок иногда может испытывать сильное потрясение по поводу таких, ну, сверх выраженных чувств, да, или наоборот, сверхподавленных, да, и, ну, то есть это нужно объяснять. Например, там, мама, там, почему ты не улыбаешься? Потому что то-то и то-то произошло. Вот. Я чувствую то-то и то-то, да? Опять-таки. Если мама не понимает, что она чувствует, она просто говорит, я это переживаю. Я пока просто не знаю, как это выразить. Ну, например. То есть, чтобы ребенок понимал. Да, и в то же время никто не отменял у нас специалистов-психологов, психотерапевтов. Да. То есть, если, например, вы понимаете, что сами не можете на эту тему разговаривать с ребенком, да, то чтобы не было психологической травмы у детей, обращайтесь к специалистам, да, дипломированным. Ну, я хочу сказать, что вот по поводу, да, мы очень сильно пытаемся защитить наших детей от жизни. Вы вот поймите такую вещь, что вот если мы, например, ребенку не говорим, что один из родителей погиб, и рассказываем какую-то историю, что он куда-то уехал, вот понимаете, это немножко хуже. Это еще хуже, потому что вот эта вот ложь, да, она рождает ложные надежды, и потом просто у выросшего ребенка еще больше претензий. Вот. Это немножко неправильно, это во-первых. Во-вторых, мы пытаемся не показывать смерть. Посмотрите, вот 20 лет назад, да, похороны там кидают ветки, цветы, оркестр, да, человека провожают. Все понимают, что его больше нет. И дети, и взрослые, и соседи. И никто не спрашивает, а где это Павел Павлович? Почему он не спускается, на скамеечке не сидит? Потому что все видели, как его провожали. И это исключает вот этого вот болезненного ковыряния. Понимаете, что происходит сейчас? Никто ничего не видел. Куда-то человек пропал, его куда-то увезли, более того, там, ну, как бы кремировали, развеяли, да, я не против кремации, дело не в этом, а просто никому не рассказали, никому не показали, да, и человека не проводили. Это ведь делается не для человека, который умер, это делается для людей, которые живы, чтобы они осознали, что больше этого человека нет, что сейчас нужно выстраивать систему своей коммуникации в опоре на другие точки. Понимаете? Вот. Спасибо большое, Мария. Сегодня мы говорили на очень серьезную тему, как пережить утрату, потерю, и говорили о правилах горевания. Мне раскрыть эту тему помогла телесно-ориентированный терапевт Мария Лялина. Спасибо большое, Маша. Спасибо, Надя. Ну, а мы вам всем желаем хорошей жизни, интересных встреч, ну и наслаждайтесь каждым днем. Жизнь конечна. Практическая психология.